ZeroX – это протокол инфраструктуры, дающий возможность пользователям беспрепятственно торговать токенами ERC-20 и другими активами в блокчейне Ethereum, не полагаясь на централизованных посредников. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. ZeroX реализует возможности децентрализованного обмена на основе смарт-контрактов с открытым исходным кодом и публичным аудитом. Результатом стал гибкий торговый протокол с низкими сопутствующими затратами времени и денег, которые разработчики могут легко встраивать в свои продукты. Этот протокол основан на служебном токене ERC-20, известном под названием ZRX. Узлы ретранслятора сети размещают книгу ордеров с передачей информации вне блокчейна и предлагают пользовательские приложения, которые предоставляют эту информацию и позволяют пользователям совершать, заполнять и отменять транзакции. Работа узлов оплачивается токенами ZRX в виде комиссии за операции. ZRX также можно использовать для участия в управлении платформой. Он нужен для внесения предложений и голосования за изменения в протоколе. ZeroX был основан в 2016 году Уиллом Уорреном и Амиром Бандели. Создатели продолжают заниматься проектом. Уилл Уоррен является генеральным директором ZeroX, а Амир Бандели – техническим директором платформы. Платформа была запущена после успешного первичного размещения в 2017 году, в ходе которого было собрано в общей сложности 24 миллиона долларов США при поддержки известных инвестиционных компаний, включая Polchain Capital, Panther Capital и VVG Capital. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или картой. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Сейчас команда состоит из более чем 30 человек, включая инженеров, исследователей и дизайнеров, которые работают над обновлениями платформы и обеспечением ее бесперебойной работы. В отличие от многих других протоколов децентрализованного обмена эфиром, ZeroX поддерживает как взаимозаменяемые, так и невзаимозаменяемые токены. Это означает, что его можно использовать для общедоступной торговли с широким спектром активов. Его держатели могут покупать, продавать и обменивать подавляющее большинство активов эфиром через более чем дюжину различных приложений. Протокол ZeroX может найти в широкий спектр применений, включая торговые площадки в духе eBay для цифровых товаров и услуг, внебиржевые торговые столы, функции обмена для протоколов DeFi и старые добрые децентрализованные биржи. ZeroX – протокол с открытым исходным кодом и не получает никакой доли от этого. Вместо этого он поддерживается токенами ZRX, разблокированными для стимулирования команды и разработчиков, а также первоначальным финансированием через ICO. За пользование протоколом необходимо также платить эфиром, который используется для оплаты труда майнеров, используемого в любых транзакциях. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ройстиксена. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.